С вами Джерри. Сегодня мы с вами несколько раз слетаем на Луну и, скорее всего, посетим Минус. It's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Day of love, so divine. You are human, just like now. Для того, чтобы посетить Луну и Минус, мне нужно собрать очень много очков науки. Поэтому я принялся за испытание вот этого аппарата. И в итоге, сделав несколько успешных, ну или же не очень успешных полетов, я понял, что данный аппарат очень хреновый. И мне придется создавать полностью новый. Вот, он то переворачивался, но у него не хватало вообще ДельтаВи, ТВРа. И, в общем, это полное Х. Не берите этот аппарат, это Х. Я решаю воссоздать полностью новый аппарат Муна для того, чтобы мы с вами смогли отправиться на Луну. И в итоге у меня это получилось. Конечно, у этого аппарата все так же маловато топлива, но самое интересное, посмотрите дальше. Дело в том, что у меня стоит очень большая сборка, в итоге я не смог найти привычную мне кнопку «Добавить маневр», но покопавшись на панели сбоку, я все-таки нашел специальную вкладку, в которой я уже смогу отправиться на туда, на то, туда, куда я хочу. Я долетел туда абсолютно успешно. В общем, я получил очень много очков науки, и я их вложу на исследование Минуса. Like a bitch.
Трачу все, что заработал, на то, что мне сейчас будет крайне необходимо. А именно, я планирую выполнить посадку на поверхность Луны. Создав более или менее рабочий прототип, я начал проводить испытания, и они прошли очень даже успешно. И вот здесь начались конкретные проблемы, потому что мой корабль начал просто тупо спускаться вниз. Первый прототип оказался нерабочим, да и второй тоже не особо был рабочим, потому что я попытался изменить размеры двигателя под топливный бак, но даже эта фифочка не помогла мне. В итоге я потратил кучу времени на то, чтобы проводить тесты, и я понял, что нужно полностью пересобирать этот аппарат. Просто, сука, с нуля. Time is eating me alive.
собрать наконец-таки рабочий аппарат. Но оставался один вопрос, а именно вопрос по топливу. У меня его было ничтожно мало. В итоге мне удалось вернуться благополучно домой, просто полетев вверх и выйдя из тяготения Муны. Таким образом, я просто тупо попал напрямую в Кербин, и мне удалось благополучно вернуться. Произошел еще один казус. Из-за того, что пьянь слепая, у меня ползаписи не записалось. В итоге, где мы? Где мы, ёпта? Мы на земле, бля. И вот я уже домой возвращаюсь. Что это, ёпта? Это как назвать вообще? Ну пиздец. Просто пиздец. В итоге, собрав очень много очков науки, мне удалось исследовать некоторые технологии, которые мне потом в будущем пригодятся на Минмусе. А эту озвучку я пытаюсь сотворить уже который раз, блядь. Потому что постоянно то запинаюсь, короче, конец скетча.